Это общие такие пункты, ключевые вопросы. Ну, что является объектом управления, понятно, да, то есть либо оборудование, либо завод, либо бизнес. Это нужно в политике определить. Какая ценность объекта для бизнеса? Например, объект у вас такой-то, и какая ценность для бизнеса? Да, то есть с точки зрения вашего понимания, какую ценность предоставляет ваше оборудование, либо система, либо заводы для бизнеса? Это вот то, что в первой фразе политики обычно фигурируют. То есть ценность, ну давайте, допустим, если бы вы были из «Газпрома», то основной актив у них, понятное дело, запасы газа. Основная ценность для бизнеса – это предоставление, соответственно, этого газа там, населению, поставщикам, потребителям. А ваша система управления активами поддерживает вот этот вот процесс обеспечения этой ценности оборудованием, его готовностью, техническим состоянием. Именно через этот газ «Газпром» передает ценность своим потребителям. Потому что ни качалки, ни трубы сами по себе никому бизнесу не нужны. То есть они нужны именно с точки зрения ценностей, которые они предоставляют по конечному продукту. Ну, какое место процесса ТАИ занимает в общей структуре управления? Опять-таки понимание, до какого уровня у вас управление активами описано в общей структуре. Стадии жизненного цикла мы обсудили. Как организован процесс управления работами, то есть система планов, поговорили. Отдельный пункт – это интеграция с планами производства. То есть, опять-таки, как мы интегрируемся с планами производства. Там, через остановочный ремонт, либо через какие-то другие механизмы интеграции. Уровень использования диагностики. Говорили, да, что если мы переходим на состояние, ремонт по состоянию, необходимо понять, как мы развиваем диагностику. Это отдельная тема отношения к подрядчикам и сервисным компаниям. Я думаю, что у всех есть подрядчики, без этого система ТАИР не работает, и сервисные компании. То есть как вы к ним относитесь, как сейчас говорят, с партнером, либо как к каким-то необходимым узлу, который надо, соответственно, экономить на нем, как-то пытаться обвешать разными показателями и постоянно контролировать. Отдельный пункт – это обеспечение ТАИ, это МЦМ поговорили, информационные системы поговорили, документация. То есть, опять-таки, раздел в политике. Это наличие у поставщиков, производителей оборудования, необходимого пакета документации. Есть ГОСТ, кстати говоря, если вы не знаете. Это ремонтная документация, порядка 13 или 14 документов, которые должны быть с оборудованием при поставке его изделия, соответственно, на предприятие. Вопросы подготовки персонала, то есть как вы готовите инженеров, как вы готовите слесарей, как вы готовите операторов оборудования, тоже важный вопрос. Промбезопасность и KPI. Можете как-то приоткрыть то, что у нас секретно, в качестве результата, потому что, я думаю, многим из здесь присутствующих было бы интересно конкретные результаты с точки зрения, ну, собственника бизнеса, тем самым. У вас очень глубокий был фокус в вашем докладе на риск-ориентированный менеджмент. А что про возможности? Какие возможности организация может приобрести от внедрения вот этих вот ваших методов? Спасибо. Какие выгоды внедрения стандарта, ну вот на мою такую оценку, как человека, который занимается этой темой давно, приведение в соответствие существующей практики управления ТАИР к лучшим мировым практикам управления активами. То есть это вот состояние перехода от ремонтов к управлению активами, это некое развитие вашей системы ценностей, понимания, именно уходить от ремонтов и начинать заниматься какими-то глобальными вещами управления ценностью от активов. Опять-таки здесь много людей технических, которые занимаются ремонтами именно как ремонтами,
Все-таки мы рассматриваем стандартизацию управления активами как дополнение к тем задачам, которые вы и ваша служба занимаетесь в части ТАИР, то есть обеспечение процессов техобслуживания и ремонтов оборудования. Преемственность системы, когда уходит главный механик, главный инженер, не дай бог, там гендиректор, система будет работать. Она будет обеспечена внутренними аудиторами, она будет иметь некие базы данных в ваших информационных системах, то есть она будет работать независимо от людей, которые сейчас находятся на каких-то постах. Ну вот, собственно, я очень кратко хотел по шагам, которые нужно именно пройти для внедрения. А я думаю, что многих интересует, что же такое сама система управления активами, то есть как она устроена, то есть какие нужно пройти этапы, чтобы ее внедрить. Четыре таких этапа подготовки к сертификации. По сути, это этапы внедрения самой системы управления активами.